Сорт томата «Буракерские любимцы». Вот такой вот томат биколор оранжевого цвета. По мере созревания у него появляются вот такие вот розовые щечки, розовая верхушка. Томат имеет небольшие ребрышки. И этот сорт биколор. Высота куста в открытом грунте может достигать до 2 метров. Куст мощный, обязательно требует формировки. Желательно вести в 1-2 стебля. Томаты очень вкусные, ароматные, сладкие и имеют небольшой фруктовый привкус. Это салатного назначения сорт, а также его можно использовать для приготовления соусов и соков. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.